В Туркестанской области в браконьерстве подозревают сотрудника территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Он был в группе людей, в машинах которых нашли ружья, патроны и тушу краснокнижного джейрана. Вы меня, наверное, знаете. Два подозрительных авто сотрудники охотзоопрома и природоохранной полиции заметили во время рейда по пустыне Кызылкум. На требование остановиться водители не реагировали, пока одной из машин не прострелили колесо. При проверке в салоне одного авто обнаружили оружие, осветительный прибор и патроны. А в багажнике второй машины нашли тушу джейрана, внесенного в Красную книгу Казахстана. Задержали троих, один из которых оказался инспектором лесного хозяйства и животного мира.